Всем привет! Я Розмарица Татьяна. Покажу, как шить трусики для купальника на подкладке с поясом. Рассмотрим варианты сборки без оверлока и два способа обработки срезов ножек при помощи латексной резинки. Рекомендую отшить макет купальника для того, чтобы проверить посадку трусиков, вырез ножек и отработать специфику сборки. Необходимые материалы для пошива купальника и раскрой я сняла в предыдущем видео. Ссылочку оставлю под этим видео. Не забудьте поставить правильные иголки и проверить качество строчек. Поехали! Предлагаю вам два способа сборки купальника. Первый способ — зигзаг, это если у вас нет оверлока. Размер зигзага я устанавливаю свой, но вы можете сами попробовать тот размер, который вам подойдет более всего визуально и по качеству строчки. Для этого просто нужно поиграться с шириной и длиной стежка. Срезы при помощи четырехниточного оверлока. We'll be right back.
вам обработку срезов ножек двумя способами. Первый способ — это при помощи зигзага или оверлока с открытым срезом. Смотрим.